Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted Иллюзии Дрейка. Это третья часть похождения Нейтана Дрейка. Глава называется «Что наверху, то внизу». Мы открыли люк, огромные дырищи, и спускаемся вниз. Ребята, надо, чтобы Салли и Лена пошли порядок за мной. Спускайтесь! Вот, собственно говоря, они и спрыгнули. Давайте искать, что здесь сделать. Судя по тому, что просто глава называется... для воды. Ты не ошибся? Да нет, вроде бы. Тихо, не суй руку, ты чё? Аккуратно. И что сэр Фрэнсис здесь забыл, интересно? Он выполнял тайное поручение Елизаветы. Искал древний город Убар. Да, Атлантиду Песков. Здесь? Под этим городом? Нет. Нет, это где-то в пустыне Рубель-Хали. Здесь подсказка, где искать. Должна быть. Ага. Так, судя по названию главы, что наверху, то внизу, нам надо выглядит найти. Погоди, такой на же знак, карты как Дрейка наверху. Нарисованы те же знаки. Давай посмотрим еще раз. Вот, посмотри, это те же колонны. Значит, Дрейк сделал эти пометки, когда был здесь. Там сказано, где вход? Думаю, я смогу расшифровать. Отверстия для чего-то нужны. Надо просто найти нужный рычаг. И как это сделать? Здесь полно таких отверстий. Должна же быть подсказка. Так, мы надо что-то упустили где-то встать. Надо как-то встать, чтобы рисунок у меня получился такой же, как вот на рисунке. Картинка получилась такая же, одинаковая. А, вот, смотри, кругляшок, если я сюда встаю. Похоже, нет? Не похоже. Хотя кругляшок. А вообще очень похоже, смотри. На стене что-то написано. Вот так, похоже? Раз, два, три. Ну-ка, давай попробуем, вот смотри. Тут, похоже, какой-то механизм. Раз. Ай! Меня укусили! Хорош, кто-то кусается там. Давай еще раз. Два. Ничего не произошло. Ну, еще третью надо. По-моему, вот эта колонна. Получилось, нет? Так, что-то показали, написано. Давай расшифруем. Енохианский язык. Послание от Дрейка. Расшифруешь? Попробую. Давай, включай диск. Луна укажет путь. Луна? Здесь? Ха, не буду я тут до вечера торчать. Я думаю, это загадка. Я помечу на карте. Будешь черкать прямо на карте Фрэнсиса Дрейка? А что? Почему ему уже все равно? А что он пометил? Ну-ка, открываем. Луна укажет путь. Где эта карта? Карту открой. Это все мы видели. Карта где? А, вот карта. Луна. Надо встать на место, где луна нарисована. Ну-ка, быстро ищем. А я думал, круг. Надо... Нет, не круг. Ищем на полу, где луна нарисована. Здесь паук. Тут еще что-то. А где луна? Тебе это знакомо? Вот да, луна. Пожалуй. Ну-ка, подожди, встали на луну. Где? Открывай карту. И если встать здесь... Столбы и так. Ну как, подожди, как смотреть надо? Вот так надо смотреть, смотри. Вот так, похоже? Да, похоже, получается. Раз, два, три, ну, пробуем. Ай-яй-яй. Отпусти.
идеи есть? Он не боится же три колонны, значит, надо дернуть за три рычага. Одновременно? Я руки никуда совать не буду. Ничего не произошло. Значит так, нужно одновременно потянуть за рычаги. Ну ладно, раз одновременно, значит одновременно, пошли. Но надо их расставить, указать им, где, куда руку совать. Точно. Салли, иди к той колонне. Елена, ты к тому, у дальней стены. Я тут встану. Так, теперь нащупайте там рычаг. Вот как? Надо потянуть за них одновременно. А вдруг ты ошибся? Нет. Мне дорога рука, я ею часто пользуюсь. Ну, давай. Раз, два, три. Тянем. Ну, давай еще. Точно нужный рычаг. Тихо. Я же говорил. А, ну, дверь открылась, ребята. Видите, как все просто. Удивительно. Но почему это веками хранилось в тайне? А что Дрейк должен был найти? Мы точно не знаем. Сокровище? Что же еще? Богатство исчезнувшей цивилизации. И, конечно, все запутано. Угадала. А те придурки в черных костюмах, они, видимо, ищут то же самое. Да, это люди Марлоу. Осторожно! Это может быть ловушка. Ну и ну. Сама выбирай. Здесь две двери открылось. Куда пойдем? Куда идти? Ну давай сюда попробуем. Странно. Что это за символы? Первый раз такое вижу. Не знаю. Похоже на какой-то механизм. Но кто-то раскидал шестерни по комнате. О, это я люблю. Это все легко сейчас восстановим. Надо понять, в чем тут фокус. Боюсь, иначе отсюда не выбраться. Ну-ка, по размеру. Так куда ты выкинул-то? Давай, ставь на место. А, надо квадрат нажать. Все, понял. Так, это подходит. Где большие? Надо побольше, которые. Ну, тут все одинаковые будут. Они размером одинаковые. А, стоп, подожди, это маленькие. Маленькие не надо, ну-ка брось. Надо большие. Видишь, приходится тяжести таскать. И еще одну большую надо. А где? Маленькая, это все маленький. Наверх придется подняться. Где-то, может быть, наверху лежит. А что показывают? Нет, это маленькая. Мне большая нужна, ребята. Ну-ка, если маленькую вставить. Не пойдет. Вытащи. Стоп, давай искать большую, потому что без большой мы не сможем ничего прокрутить. А где еще? Ну, я не вижу больше. Раз, два, давай внимательно смотреть. Ничего не понимаю. Ну-ка, Салли, давай-ка... Посмотри, может, где-то ты увидишь. Это что такое? О, сокровище. Отлично. Так, не успел я посмотреть. Какой-то эй, камушек. Вон там наверху лежит еще шестерня. Вот, где наверху, покажи мне. А, вон она наверху. Так, все, понял. А теперь давай думать, как мне забраться туда. Я ее-то как раз и потерял. Оп, оп, все понятно, точно. Давай. Попробуй там пройти. Как обычно, полезли наверх. Сейчас я до нее доберусь. Главное крепко держаться.
Но мне придется ее сбросить вниз. Потому что я ее так вряд ли спущу. Берем. Все, я сейчас слезу. Так, подставляем. Все нормально получается. Хорошо будет так крутиться. Ну-ка. Все получилось. Ясно. Не сработало. В смысле не сработало? А, подожди. Мне кажется, вот эту я неправильно поставил. Ну-ка, вытащи. Положи. Так, 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 так. Вот эту, может быть, с краю надо поставить. Хотя я не вижу разницы особой. Просто вот там с крестиком с краю стоит. И может, другую сторону надо покрутить. Так, и это не сработало. А что не так? Ну-ка, если маленькие шестеренки. Маленькие, может быть, заменить. Подожди-ка. Здесь на них еще разные рисунки нарисованы. Ну-ка, вставляй. Че ты ее бросил? Да эту не доставай, блин. Положи. Вот здесь луна изображена. Ну-ка, давай покрутим, попробуем. Ясно. Тоже неправильно. Тоже неправильно. А в чем, где? Может быть, на рисунке где-то у меня есть? Ну-ка, давай сообразим. Так. Так, уже есть догадка, получается. Смотри, с крестом, которое... А, я все понял. Вот эти мелкие все, которые с рисунками, они нам не подходят. А похоже, которая с крестиком, она должна двигаться против часовой стрелки, а с четырьмя кружочками по часовой стрелке. Ну-ка, давай посмотрим. Так. С крестиком должна двигаться против часовой стрелки. Так, и это не сработало. Я понял. Значит, вот эта большая штука сейчас у нас неправильно двигается. Ну-ка ее брось. Вот с крестом она как раз сюда... Да не положи, не ту, блин, взял. Вот эту возьми. Да маленькую оставь, ё-моё, заколебал. Вот эту возьми, вот, большую. Получается, она должна двигаться по часовой стрелке. По часовой стрелке. Эти все не подходят. Брось. Да брось ее. Будем пробовать. Только надо большую еще поставить. Где большая? Вот она лежит. Так, еще раз смотрим. Если это двигается против часовой стрелки с крестиком. Они через одну, получается, против часовой стрелки. Вот здесь какая-то другая... Да блин, не ту взял. Вот эту маленькую бери, маленькую. Вот здесь какая-то другая должна быть, потому что она не подойдет. Еще искать надо, еще с крестом где-то валяется. Вот она. Вот сейчас все заработает. Смотри. Крутим. Ну, давай, 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 крути. Ясно, тоже неправильно. В смысле неправильно? А, все, понял. Вот такая нам не подходит, маленькую вытаскивай. Бросай, надо здесь с четырьмя кружочками, где? Где-то еще валяется, значит. Это не подходит.
А, ну вот, маленькая, вот, все нормально. Сейчас все заработает. Вот теперь все точно заработает, смотри. Это нам подходит. Получилось. Вот так. Все, вода побежала, сейчас что-то изменится там дальше. Пошли обратно в комнату. У нас еще одна была дверь открытая. Там тоже какая-то будет головоломка, похоже. Вот уже вода здесь наполнилась. Но это маловато, наверное, еще надо воды. Сейчас узнаем. Давай идем сюда решать. У меня от этих статуй, признаться, аж мурашки по коже. Так, здесь что? Руки, ноги, головы, все по отдельности. Давай искать, что делать. Ждите меня здесь, пойду посмотрю. Давай сразу за подсказкой. Ну, пока я не знаю, какая из них, какая картинка. А, вот видишь, мы здесь сделали, все нарисовалось. Так, получается, этот с палкой нападает на другого. Вот это, наверное, что ли, картинка? Я не пойму. Сейчас будем узнавать. Где палка есть? Как, что сделать? Ну, здесь точно больше ничего. Мы остальное это все проходили. Ладно, давай поищем, что где включиться может быть. Что-то может быть нажать. Или как-то... А, подожди, может быть под каким-то... Под каким-то углом посмотреть, встать. И мы увидим картину какую-то определенную. Потому что смотри, руки, ноги. Давай соображать. Получается... Да, наверное, так. Где копье? Надо от копья отталкиваться. Надо отталкиваться от копья. Подожди-ка, я не вижу где. Вон оно копье. А, стой, смотри, мужик уже есть. Мужик уже есть, вот этот. А на картинке его... Его копьем прокалывает. Статуя. Значит, она смотрит направо. Ну, давай отбегаем. Мы как-то должны здесь совместить. Она смотрит направо. Где у нее может быть или голова, или что-то. Что-то должно совместиться, ребята. Нажать ничего не нажимается. Так, а тело? Давай мы посмотрим, какое тело у нее. Ага. Сейчас сообразим. С какой стороны это все может получиться? Или залезть может куда-то надо? Ну-ка глянем, давай, может это сверху будет видно? Подожди, что-то лежит. Сокровище, о, как хорошо. Серебряный кулон. А до этого мы нашли брошку с жемчугом, с изумрудом. Уже много всяких сокровищ. Так, а как, может быть куда-то залезть можно наверх? С какого угла посмотреть? Подожди-ка. Если я сюда куда-нибудь прыгну, получится? Нет? Нет, он не прыгает. Давай искать. Эти штуки не нажимаются, если их... Трогать нет. Не нажимаются. Так, колесо. Может быть, колесо можно покрутить? Тоже нет. А как? Ну давай думать. Копье. Где еще есть копье? Вот копье. Вот копье. Так, а как рука там? Как у него? Получается, две руки держат копье. И голову надо найти как-то совместить. Две руки держат копье. А чем-то повернуть, может быть, можно, а?
Не соображу, где надо встать так, чтобы что-то получилось. Стоп. Нога. Не вижу картины, какой-то общий не получается. Еще раз смотрим. Как-то же это должно получиться, ё-моё. Еще у второго этого человека юбка как будто бы. Ну-ка, есть, ребята, подсказка, а? А где здесь юбка? Я не вижу, чтобы здесь юбка какая-то была. А, подожди, а вообще, в принципе, копье должно хотя бы ему попасть куда-то. Видишь, у него красное. Что-то красное у него вон там. А, вот, 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 подожди. Я нашел, вот, совмещается, смотри, как классно. Ближе надо подойти, чтобы голова вот так. Вот-вот-вот-вот-вот, все. Смотри, видно? Почти. Подальше отходим. Ну, что-то чуть-чуть прям не совме... А, ну как? Руки, ноги, вот юбка даже. Так, давайте, что же нужно сделать-то, ребята? А, подожди, а вот это что стоит такое? Салли, зажигалку. Ага, я иду. Вот оно что. Так. А, вот он сюда в эти дырки втыкает, в общем, светит. Не пойдет, ясно. Надо туда идти, где мы нашли ту статую. Где-то вот здесь. Ставь. Вот, вот и все. Зарубил мужика, все, вот так вот. Вода полилась. Ну типа это с фрески, с этой не вода, а кровь должна была литься, ну как-то так, понятно. Я же говорил. Наконец-то мы расправились с этой головоломкой, давай дальше. Вот, водой все залили, залили. Следующий ворота открывается. Эй, первая дверь открыта. Идемте. Пойдем. Слушай, Нейт, а Фрэнсис Дрейк вообще нашел тот затерянный город? Вряд ли. Похоже, он дошел до сюда, а затем повернул обратно. И потом постарался тщательно это скрыть? Да. А ты не задумывался, почему? Ты о чем? Не знаю. Мне кажется, что все в этом месте предостережение путнику. Какая-то декоративная жаровня. Жаровня? А, ну мы факелом обычно поджигаем жаровни-то эти. Звезды появились, вон оно. Смотрите и любуйтесь. Что наверху, то и внизу. Так, смотрим. А где озвучка-то? Не бери в голову. А запомнить ты это сможешь? Ну да. Посмотрите, говорит. Куча лиц страшных. Это что-то произошло. Живенько, да?
Вы слышите? Черт, а что там? Что там происходит? Отойдите от стены. Почему звук пропал? Мамочки. Вот. Агрессивные какие. Здорово. Надо отмахиваться факелом. Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Факелом машины. А что делать-то? Давай разгонять их. Елена, стреляй ты. Стреляй я. Нужно выбираться. Выбираться, давай, стреляй, спиной. Лена. Пошли отсюда, выходим. Быстрей. Я их отгоню. Быстрей, быстрей, пошли. Что-то их вообще много. Тихо, ой, полчища вообще. Страшно-то как, а? Главное махать факелом. Дальше куда? Дальше могу прыгнуть, ребята. Осторожно. Тихо, тихо, тихо. Слишком их много. Машу факелом. Вперед! Они повсюду. Салли, стреляй. Стреляй, Салли, быстрей, пошли за мной. Я постараюсь их отогнать. Они реально еле-еле идем. Вообще прям много их, а. Что делать? Быстрее расходитесь все, паучище. Там уже светло, вот. Там их не будет уже. Стреляй, Салли, стреляй. Их уже там не будет. Разгоняю их всех. Поднимемся все. Здесь. Нужно открыть дверь. Ну, давай, давай, давай. Не идет. Идет. Может, я с той стороны ее открою? А что, зачем открывать? Поползли просто и все я туда. Я помогу Елене. Делай хоть что-нибудь. А что надо-то? О, господи, нет! А, не подпускай их. Я... А как я должен? Делай хоть что-нибудь. Елена, ну что? Елена! Да как их от них отстреляться? Дали патроны! Секундочку! Дали, срочно! Быстрее, патроны закончились. Салли, патроны, дай мне патроны. А, вот лежала ружбайка, ладно. Я понял, надо все патроны выстрелить. Да. Салли швырнул, получается, ружье, оно... Салли, патроны! Салли, срочно! Салли, быстрее! Вон он швырнул. Давай! Давай, давай, давай! Еще патроны! Открой дверь! Я отстреляюсь, попробую от них, не знаю, как получится. 3 патрона осталось. Елена, мы ждем! Все, патроны! Есть! Давайте! Давай быстрей! Заходим, вот, повезло, а! Опять эти паскудные твари. Ты знал про них? А меня решил зря не пугать. Эй! Смотрите. Пусть не обманет мир тебя своей красой. Это грезы грезящего. Мираж в пустыне. Чаша смерти ожидает тебя. Мило. Все по-английски? Да. Это писал Дрейк. Стоп. Так что же получается? Дрейк преодолел 1000 миль в поисках Атлантиды песков. И вдруг нашел нечто... что заставило его повернуть назад и даже скрыть все следы своего путешествия. Ну да. Но что это? Но ты явно не намерен сдаваться. Ну, да. Зачем? Клад ищешь? Салли, ну скажи ему, сделай что-нибудь. Да, Салли, друг, свяжи меня. Вы оба неисправимы. Елена, ну брось, мы просто шутим. Слушай, ты уже победил. Перехитрил ее. Ты знаешь, где город, а Марлоу нет. Тебе этого мало? Как
Конечно, мало, надо еще найти, к чему шел Дрейк. Фрэнсис Дрейк же не просто так сюда ехал. Ну, подвинься, Лена. А, мы вернулись в это помещение, где начинали, где руки совали. Прячьтесь, это засада! Засада, черт, ребята! Елена, Салли, пригнитесь! Сейчас кто-то залезет к нам. Ну-ка, где они? Я ни черта не вижу. Вон идут. На. Тихо, 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 ты что так разошелся? Оп. Нет, нет! Граната. Ни черта не видно, Салли, дробошом, ты живой? Кстати, вообще нормально тут. Готов. Ничего не вижу. Следующий. Тихо. Я ничего не вижу. Ну-ка, покажись. Ну, этот крепкий. Ну, упал сразу быстро. Лена. Видно уже что-нибудь, нет? Где они? Кто там палит? Подожди, вот сейчас я вообще ничего не вижу. А, вот он стоит. Ты смотри, что дерзкий, а. Паренек, иди сюда. Надо расправиться с ним. Готов. Неужели это еще не все, а? Сколько вас еще прибудет? Я оббегу стороной. Вот он еще опять. Этот, такой же пришел. Давай! Кто кого? Я победил. Это все? Не знаю. Надо выбираться. И как же, по-твоему? Ну давай хотя бы еще патронов тогда возьмем. Подсажу. А, у него дробаш какой-то другой. АКшечку возьмем, давай. Пригодится. Так, они же откуда-то пришли сверху. Значит, и нам как-то выбираться так же надо. Пистолет возьмем. Так, ну давай, полезли, наверное, наверх как-то, а? А, подсадить ты хочешь меня подсадить, давай. Я сейчас залезу и посмотрим, найдем выход. Осторожней! И так осторожно цепляюсь. Вон лестница. Так, сейчас спущу лестницу. Спущу сейчас вам, ребята, так, давай. Внимание! Есть! Вот и выход. Сейчас, правда, опять может какая-нибудь засада быть. Давай быстрее, вы, ну, вылезайте. Вот так. Спасибо. Дайте пушки, туда с ними нельзя. Да, точно. Куда, просто выкинем? А, ну ладно, все. Мы уже тут пошли. В мирный квартал идем. Надо делать ноги, пока остальные не явились. Иначе нас тут быстро скрутят с этим оружием. Так, нам сюда. Наверх. Ай-яй-яй, мне тоже прилетело. Как у этого, у Чарли, так же у меня галлюцинации, походу, будут. Бегите. Бегите. Господи. Тихо, парень. Отойдите, отойдите. Да что с ним такое? Это яд. Что? Так, надо увести его. А, черт. Пошли, а, сюда. Не трогай. Ладно. Мы просто хотим помочь. Отвали! Не трогайте меня. Загалюнил, в общем, галюны начались. Отвали! Спокойно. Что ж такое? О, господи! А! Спокойно. Его просто плющит. Идем. Не трожьте меня. Дрейк. Марлоу ждет. Нет, 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 нет. Скоро все закончится.
Не знаю, насколько скоро все у него закончится. Нет. Спокойно. Какой же длинный этот коридор. Куда мне идти? Верь мне. Прости. Салли? Салли здесь нет, Дрейк. А кто здесь? Ты теперь один. Салли знает. Верь нам. Иди за мной. Нет, не пойду. Смирись. Где это я? Ты с нами. Мне надо куда-то просто вообще бежать или нет? Или вообще без разницы, просто ты знаешь, что мы ищем. Не дай им, не дай им. Они тебя не тронут. На, черт, не надо. Так, тут ребята не пропустят меня. Я, похоже, по кругу хожу. Где искать? Не знаю я. Лучше отдай. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Вот не знаю. Это его так накрыло. Так. Свет, яркий свет становится. Я не знаю, не знаю. Не надо. Не знаю я. Отпустила, что ли? Подожди, где мы? Ах ты! С добрым утром. Кольцо отдай. Не советую звать на помощь. Не забывай, ты здесь не совсем легально. Великое начинается с малого. Я знаю, что в глубине души ты все тот же грязный, перепуганный щенок. Вы не знаете обо мне ничего. Вообще-то, я знаю тебя лучше, чем кто-либо еще, мистер Дрейк. Не настоящее имя, конечно, но не будем об этом. Мать-самоубийца. Папаша сдал 5-летнего сыночка в приют. Некий приют Святого Франциска. Прямо почерк Диккенса. О! Спокойно. Она нам ни к чему. Если, конечно, нам не придется тебя упрашивать. Что вам нужно? Увы, как это не прискорбно. Твоя помощь. Найди мне Салливана. Ага. Я в курсе, что ему известны координаты Ирама. Откуда вы знаете? Ты сам сказал нам. Ты не такой уж верный друг, каким хочешь казаться. А он тебе друг? Что? Как это... как это понимать? Подумай. Ты ведь... угодил к нам в лапы довольно давно. И что-то он не спешит на выручку. Разве он спас тебя там, в Картахене? Он просто тебя использовал. Я вижу, к чему вы ведете. Поверь мне. Ничего, Салли, нормальный друг. Виктор всегда блюдет только свою выгоду. Это суровый факт. Я поняла это 20 лет назад. Удивительно, что ты до сих пор не понял. Зря стараетесь, мэм. Как скажешь. Ну, ответь мне. Забрав тебя с колумбийских улиц 20 лет назад, он спас тебя от той жизни? Или же обрек на эту? Ах,
Прекрасно. Ну, Виктора засекли на другом конце города. Увы, дружок. Похоже, тебя убрали из уравнения. Так, надо валить. Стой, за этим бежим. Надо его поймать. Иди сюда. Тебе не скрыться от меня, чувак. Куда он делся-то? Да отойдите все. А куда он побежал, я не понял. А, вон. Все, по лестнице наверх. Тихо. Вон он бежит. Бегом, быстрее. Заходим. Ай, хорош. Сейчас я тебя догоню. Притормози. Я с тобой поговорю. Ну-ка, дверь открой. Эй. Так, ладно, побежали дальше. Мы его где-то здесь поймаем сейчас. Эй. За что? Так, ладно, значит, нам туда не надо. Как бы его схватить-то побыстрее, прежде чем он в дверь в эту ломанется? Не успел я. А куда? Как дальше-то? Ладно. Не, я побегу, но только куда? Вон. За ним почти успел, только лестница упала. Я по низу побегу. Тихо, не падать. Не падать и за ним бежать. Стоп, а мне куда? Надо тоже наверх быстро. Да как так-то, а? Тоже поверху побежали. Чё мы там понизу бегали за ним? Давай, попрыгали. Ну и заодно я свалю от них. О, стоп! Стоп, как так-то? Я бегу за тобой, пацанчик. Шурта! Вагиф андак, шурта! Да, уходим. Через рынок. Вот как брыгает-то он. Ай, тихо, меня чуть не раздавили. Куда дальше-то? Куда сейчас? Да как? Оп. А, он наверх полез, я за ним. Ладно, я по этому этажу побегу. Он-то уже наверх где-то свалил куда-то наверх. Вот он, стой! Я уже ближе подобрался к нему. Я его почти поймал. Давай будем уже с тобой по-мужски разговаривать. Чё ты как трус бежишь? Притормози, Нейтан Дрейк хочет с тобой поговорить. Открой, да куда? А, чёрт. Черт. Опачки, извините, черт. Дальше выходим. Сюрприз. Оп, видал, как я за тобой преуспел. Тебе никуда не скрыться от меня, иди сюда. Дверь не закрывай, куда мне? Давай в другую. Черт. А, вот. Ты думал, смоешься? Не получилось. Мимо опять. Что за скачки, а? Он скачет, я за ним. Ладно, давай по кругу долго будем бегать, нет? Ай, подожди. Вон он. Сейчас я постараюсь ускориться, мне надо тебя догнать по-любому. Куда делся? А, вот дверь.
Опять рынок. Куда он делся? Ну, класс. Все, он потерялся. Не трогай меня. Позвольте. Извините. Так, выходим. Вот он. Думал, оторвался? Ага, так, а мне-то куда? Не, ну давай мы будем прыгать, но только знать бы, куда он идет. Дал как? Но он где-то здесь же, он примерно в эту сторону шел. Толбот, надоело! Толбот, стой! Хорош бегать, а, Толбот. Уже стреляют по мне. Не, он тоже скачет, как Сайгак. Смотри, что на него, а. От меня не отстает. Кто же тебя научил так? Прыгать крестик надо было. Полетели. На вешалках такой. Тихо. Все, что ты можешь. Ай, больно было. Давай. Ну, вот здесь будет схватка, понял? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, куда ты меня? Отпусти, дышать нечем. Оп, а теперь ты нырни. Нет, не стал его окунать. Вставай. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это больно. Все, опять меня поймали. Это ты меня палкой ударил, да? Помнишь меня, Рамзес? Скажи мне спасибо, друг. Ну да, спасибо. Я серьезно. Англичанка велела тебя убить. Но я славный парень. Я спас тебе жизнь. Сейчас я твой единственный друг. Ну-ну. Ждешь от меня ответные услуги. Так ведь? Умный. Молодец. Взял и сам все понял. Мне нужна такая малость. Дорога к Эраму. Конечно. Где город? Я этого не знаю. Брешешь. Слушай, а если бы и знал, ты убил бы меня, как только бы я раскололся. Обижаешь? Ты же пират. Пират и бизнесмен. Прояви уважение. Пират и бизнесмен. Давай еще раз. Как мне найти город? Ты можешь хоть пытать меня. Ладно. Но... я правда этого не знаю. Пусть так. Тогда мне наверняка поможет твой друг. Что? Кто? Твой друг. Виктор Салливан. Я не хочу этого делать. Все-таки он уже в почтенном возрасте. Стой! Где Салли-то? Нет, нет, нет. Ты не оставил мне выбора. Может, Виктор ценит свою жизнь дороже? Стой! Не трогай Салли! Пока, Дрейк! Не смей его трогать! Ну, повеселимся. Опа! Похищение. Ребята, продолжим в следующей серии. Значит, не хочешь говорить, да? Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.